Еще раз. Приглашаем первого бойца. Синий угол из Кыргызстана. Октагонга Шохасан Мирзаматов көтөрүлдү. Коптан Ктульгенчак. Главный бой вечера. Первый синий угол пойдет 23 года. Тренер Али Мардан Абдыкаров. Он мастер спорта по ММА, по грэпплингу и по карате. Профрекорд. Игрва Иктажайн. Оралдта Голова представляет спортивный клуб Альфа-профи Кыргызстан Бишкек. Эти Сыкульский дракон.
Его соперник красный гол Бетю 31. Тренеры. Легендарный Джохонгер Конобоев и Джасур Джаска Алиджанов. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана по ММА. Чемпион Азии по карате. Профрекер. Умбит Таджай. Он Тагалаба представляет спортивные клубы Мурадов Легион Тим и Андичон Боллары Узбекистана. Boss knows the rules, but I can say it at any time. Listen to my command, and I say stop, you stop.
И победитель главного боя вечера, боец, представляющий Альфа-Профи, Иссык-Кульский дракончик, Эдин!